так, это я взял, значит, это тоже взял, так, спички на месте, так, значит, шашлыки тоже на месте, так, маринад для шашлыков тоже на месте, так, это шампуры взял, ну, тогда я готов. А, Лёха, ну, что ты там, это, подготовился или да, что уже? Да, всё, всё, все продукты собрал себе в рюкзак, всё, готов я. Мангал, ну, это ты взял, это на так чём мы потом... Так нет, там возьмём его. Там, ну, ладно, как-нибудь справимся, короче, ну, тогда, если, ну, мы готовы, то всё, давай, отправляемся быстрее на природу. Давай! Ой, сейчас отдохнём вообще, на солнышке все будет очень круто. О, кстати, всем привет, ребята. С вами, как обычно, Паша Флейзин, Лёха Джел. И, ребята, мы с Лёхой решили отправиться на природу. Всем здорово, чуваки. Короче, ребята, мы с Лёхой увидели то, что, ребят, началась весна. Солнышко светит, все очень классно. Даже, ребят, на улице плюсовая температура. А это значит, что мы с Лёхой отправляемся ко мне на дачу. Ну, точнее, на дачу моего дедушки. Будем там отдыхать, жарить шашлыки, загорать. И даже, ребята, можем, ну, порыбачить там или еще и что-то. Короче, да, не, покупаться, ты что? Еще с этой минусовая температура воды. Короче, ребят, я надеюсь, ролик вам понравится. Вы ему поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И, ребята, давайте на этой серии наберем кучу лайков. Вот прям насыпем лайкосиками. Вот, Леха, вот давай, скажи ты, вот сколько мы должны на этом ролике набрать лайков, а? Ну-ка. Миллион лайков. Миллион лайков. Да, ребят, давайте на этой серии. Что? Подожди, что? Не, какой миллион? Ты что, это слишком много, давай что-то поменьше там, ну не знаю, это. Давай, один да. Лайк! Один, вот, да, ребят, давайте вот один лайк на этой серии наберем, вот будет вообще эпично! Надеюсь, ты его поставишь. Ну и, Лёха, давай, все, давай, быстрее-то да, побежали! Гулям. Потому что, ребят, сейчас будет темнеть, а нам надо приехать еще до восхода солнца, так что, ребята, газуем! Блин, я так хочу уже попробовать эти мартовские шашлыки. Это же вообще идеально. Весенний шашлычок. Мангал жарить идем. Да-да-да. А на рыбалку еще пойдем? Ты же удочки, я надеюсь, взял? Да-да, ну ладно, хорошо, пойдем. Короче, ребята, мы отправляемся ко мне на дачу. Ой, эти старые дороги. Я помню, как мы тут с родителями все время ездили. Вот, давай, тут, машину тут не сломай был. Да-да, не сломай, нормально. У меня же тем более внедорожник, самый крутой в мире. Короче, ребят, мы же с Лехой приехали ко мне на дачу. И вот он. Тот самый дом! Блин, я тут столько прожил! Если так посмотреть, то тут все мое детство прошло! Тихо. Ну да, тут никто уже не живет. Ты посмотри, даже запорожец остался, дедушкин! Ё-моё! Да. А я на нем, помню, учился кататься. Капец, только потом что-то выехал куда-то не туда. Ну, в общем, долгая история. Че, может, покатаемся? Да ты че, на нем уже даже колес нету, все сгнило. Ой, реально, куда колеса делись? Да, мне кажется, он даже не заводится, ты знаешь, жуки съели. Да, машина года там... Не знаю, 60-го, может, 50-го, уже чего? Старая. Да-да, короче, вот ребята. Вот это 30 лет. Угу, вот то самое место, где прошло все мое детство. Блин, я вот смотрю и вот, не знаю, вспоминаю, блин, такое тут детство у меня было, просто жесть. Когда шашлыки будем? Короче, все, давай, шашлыки будут сейчас, давай, это, бери там мангал, пойдем, короче, воу! Ё-моё, что это такое? Лёха! Чего? Иди сюда, что это? Подожди, тут... Коровы. А что, коровы дедушкины валяются? А что с ними случилось? Я не их знаю. Их волки съели, что ли? Какие волки? Ты что, ты дурачок? Какие? Тут волков не было уже 100 лет назад. Тут ни одного волка не было со времен. Да ладно? Войны там вроде или что-то. Блин, ты посмотри. А кто их так, блин, покусал-то, ребят? Я не знаю. Блин, дедушка меня убьет. Так, и ну что ладно. Теперь делать-то? Я не знаю. Так, главное не паниковать, это раз. А второе, так, ну, давай иди там для шашлыков все это я пойду рядом накрывай. Машину туда. Так, а я, ребята, попробую это все убрать. Очуметь, а кто их так? Ребят, посмотрите, реально, коровы жили, не тужили тут. Их кто-то покусал. Так, ладно, ребят, давайте, короче, будем это все убирать. Так, эту булочку я переверну, чтобы она лучше прожарилась. Так, а эту котлетку я прижму, чтобы остался такой след небольшой. Блин, какие аппетитные бургеры, поскорее бы их поесть. О, кстати, всем привет. Ребята, мы же с Лехой тут все подготовились, разложили вещи. И даже, ребята, наступил вечер. Вы только посмотрите на это красивое небо. Звезды, облака, просто все вот шикарно. Самый лучший вечер. Так, и кстати, я тут же все подготовил, значит, расставлял тут все. У нас тут есть эта картошка фри, бургеры, спрайт. Даже, ребята, есть наггетсы. Короче, все. Чё за фигня? Чё за фигня? Ё-моё, откуда тут летающий? Воу! УАЗик! Лёха, ты что ли? Лёха, ты чё там? Ты... Это я тут прилетел! Здорово! Короче, ты... всю округу осмотрел, нигде никого не нашел поблизости!
А куда ты ездил вообще? Я тебя вроде за соком отправлял. Я искал, ты тут натворил с твоей деревней это все. Что, ты охотником стал? Откуда у тебя... Откуда Вадик? Ладно. Я нашел его, там стоял заброшенный, катался на нем. Хорошо. Слушай, я тебя жду. Ты, блин, это там катаешься, кого-то высмариваешь, охотник фигом. Короче, все. Ничего уже тебя. Все подготовил. Ты посмотри, бургеры, спрайты, налетай вообще на все. Мы будем кушать. Налетай, разогвай. Давай, блин. Все, давай, кушай. Так, кстати, ребята, вам приятного аппетита. Кто тоже кушает, ребята? Так, как вкусно. Ну, очень вкусно, короче. Да, вообще все классно. О, блин, все жарится же... еще тут бургеры, ну, даже. Конечно, ну ты согласись, на природе в раз в тысячу лучше, чем дома сидеть. Да, это... Твой мангал я не утащил в рюкзаке. Ну, это да. Господи, как же вкусно, ребята, реально. Влепить человек. Что? Ты слышал? Я это слышал. Это кто тут? Я не знаю. Я же говорил, волки где-то здесь. Откуда? Да нет, ну бывает. Ну, может, один волк там проскочил. Вот. Один? Откуда тут волк возьмется? Я откуда знаю? Я вообще тут это, ну как бы всю жизнь жил, и тут вроде не было волков. Так, смотри, ну, Вова. Ладно, ты кушай давай это самое, а то сейчас все да остынет. Ем. Блин, холодно еще. Слушай, может, это домой пойдем, все перенесем. А как, я еще даже не доел ничего тут. Ну, да, блин, холодает. Ну, ладно, ты пока ешь, я начну со спрайта. Так, спрайт забирай, так, картошку фри. Надо все нести домой. Кто здесь? Это Леха, ты? Леха, это ты сделал? Так, ребята, блин, мне это не нравится. Сколько сейчас время? Леха, это твой пранк какой-то, да? Так, блин, где тут фонарик-то был? Так, это нет, это, блин, ух ты, ё-моё, сейчас ударишь. О, фонарик, то, что надо, так, ох. Леха, ты? Нет, не ты. Стоп, а кто? Так, ребят, короче, я, вы прикиньте, слышал какой-то звук. Так, Леха, это ты там в коридоре? Так, нет, ну-ка, ребят, давайте посмотрим быстро. Так, Леха. Так, нет, Леха спит. Подождите, а что за фигня? Так, кто это там, блин, мне страшно. Кто? Блин, ребят, мне реально страшно. Это, кажись, это что, в дверь кто-то скребется или что? Так, ну-ка, тут пусто. Ладно, кто там? Кто там, алло? Я еще раз спрашиваю. Так, ладно, ребят, давайте выйдем. Эй, кто стучался в дверь? Так, ну-ка, вроде, ребята, никого нету. Хотя, вы посмотрите это! Это реально кто-то ломился в дверь. Ёшкин, матрёшкин. Стоп, а чьи-то следы? Так, ребят, непонятно, но точно волк или кто-то еще из животных не мог такое оставить? Максимум медведь. Хотя, блин, что за бред? У нас медведя никогда не было. Так, ну-ка, это кто? Это кровь тут какая-то. Эй, кто это? Блин, может, это вообще пранк? Так, ну-ка, машина. Так, с машиной все хорошо. Ребята, что за фигня-то происходит? О, кто там такой? Так, секунду, ребят, давайте пригнемся. Вы видите? Кто там? Так, тихо, главное не светить. Блин, ребят, там корова? В смысле? Я же всех коров убрал. Так, ребят, давайте подкрадемся как-то. Так, ну-ка, секундочку. Так, рассмотрим ближе. Так, ничего не вижу. Так, ладно. Эй, кто ты? Волк? Подожди, это волк? Ё-моё, давай, кыш отсюда. Давай, уходи. Уходи. Нет, тихо, все, не уходи. Остань меня. Ребята, бежим. Ну его нафиг. Тихо, на машину. Капец. Так, ребят, нам надо до дома. Просто до дома добежать. Так, раз. Блин, он так все, убежал. Нормально, все, побежали быстрей. Нет. Как болит голова. Я жив. Это что такое? Господи ты. Изыди, нечистая сила. Стоп, это я? Подождите, как я? Ты, волк. Ты меня укусил, ты что? Теперь ты один из нас. Что? Как я тебя понимаю? Так, подожди, мне это не нравится. Я дал тебе способность.
Теперь ты наш вожак, ты оборотень. Пошел нафиг, нет, я не оборотень. Подождите, ребят, я стал оборотнем. Так, все, я сваливаю отсюда. Так, ребят, Леха мне сейчас поможет. Так, секундочку, Леха, иди сюда. Не, ребят, это плохая идея. Если Леха меня увидит в таком виде, то он меня пристрелит первым делом. Поэтому нет, я не хочу. Коровы. Какое мясо. Ходячее мясо. Блин, ну может одну коровку можно съесть? Ну почему бы нет? Хочу есть. Как классно. Блин, хотя нет, это нифига не классно. Блин, ребята, вы не понимаете. Я сейчас так хочу есть. Реально, поставьте лайк. Я бы сейчас слона съел. Блин, я хочу есть. Мясо, я не знаю почему, у меня организм прям требует, чтобы я поел. Покушал, так, не надо, ребята, еда, мне надо, ребята, срочно еда. Так, где можно найти, мне надо хоть какое-то животное. Так, главное, чтобы меня еще люди не увидели. Коровка. Нет, Паша, не кушай коровку. Хотя, ну блин, тебе надо есть, тебе надо что-то есть. Тут... Ладно, я съем. Какая вкусная. Идите сюда. Блин, ребята, простите, но я должен это делать. Как же вкусно. Блин, ребята, мне вообще это не нравится, но вроде как я очень сильный после того, как покушал. Бум. Оу. Это реально суперсила какая-то! Так, иди сюда, я вас всех уничтожу! О, что? Это что такое? О, опа, коровка, привет, а ты что, ко мне подлетела? Так, ладно, странная какая-то коровка. Ребят, так я хочу реально есть, блин. Я не знал то, что оборотни настолько сильные! Блин, свинюшка, ну, блин, я не хочу их есть, но, по сути, я хочу мясо, хочу всех съесть, блин, ребята, мне реально это не нравится, что делать-то? Так, подождите, я стал оборотнем из-за того, что меня укусил волк, тихо, люди, простите меня. Что? Было, честно говоря, как-то остренько, но в то же время и вкусно. Блин, делать или не делать? Ребят, чтобы вы понимали, я очень сильно хочу побыть на Луну. Я не знаю почему. Я первый раз такое, конечно, делаю, но... Ладно, как-нибудь потом, раз потренируюсь. Так, все, ребят, мне надо где-то скрыться. Мне надо найти хоть какое-то убежище. Блин, ребят, полный трындец. Ой, подождите секунду. Главное, чтобы меня не заметили. Так, ребята, меня же не заметили. Так, все нормально, ребята, пробегаем дальше. О, девушка, извините. Я вас съем чуть-чуть. Ребята, блин, что делать? О, человек, стой. Ой, какое вкусное мясо. Блин, вот эти кости. Мне кажется, меня заметили. Простите меня! На, не подходите ко мне! Бам! Я очень злой, когда по мне стреляют. Господи, так еще. Да, думаете, вы меня поймаете? Да нифига, на! Просто колесо у вас оторвал. Че, о, и съемте. Как вкусно. Вам всем конец. Так, ну-ка. Блин, машину лучше не есть. Так, иди сюда, на. Я вас всех уничтожу. Бам, на. Ух, так, блин, ребят, хотя я не должен же этого делать. Ну, хотя это, блин, вкусненькие они. Мужики, давайте. Иди сюда. Как вкусно, блин, все. Ладно, ребят, надо валить, надо реально как можно быстрее валить. Потому что это пипец, так все, быстро, ребята, прыгаем. Главное, чтобы меня не заметили. Надо куда-то спрятаться, надо реально куда-то спрятаться. Ай, как голова болит. О, чёрт, за фигня. Стоп, это что, был не сон? Господи, как у меня башка-то раскалывается. Так, луны. Так, луны вроде нету. А, это утро. Так, ребята, секунду, я реально стал оборотнем. Это плохо, это очень плохо. Так, главное Лёхе не рассказывать. Какая аппетитная коровка. Так, ладно, ребят, давайте я быстро покушаю. Только главное надо превратиться. Сейчас, как там я делал? Злился. Так, так, может, луна? Луна, так, сейчас. Превращайся, эй! Давай. Ты чего кричишь, Паша? Ёлки-палки. Ничего. Ох ты, блин, ладно. Ты в порядке? Что с тобой? Ты что, есть побитый? Да нормально, я ударился об тумбочку там, ну, ночью упал. Ты что тут делаешь? Ёлки-палки, проснулся от криков каких-то. Да, все нормально, Лёха, ничего. Замечательно. Блин, где мясо-то? Ё-моё, а что с двери-то?
Все, волки, тут... что ли, покусали какие-то? Да, волки, вообще офигевшие. Слушай, это самое... Ё-моё! У тебя мясо есть мясо? Я хочу кушать мясо. Вот прям... Какое мясо? Нет у меня ничего. Ой, блин, ладно, хорошо. Ты вообще в порядке? О, ну я, да, нормально. Так, ладно, все, Лёх, короче, поехали домой. Тут мне нельзя находиться. Все, короче, давай, Валя, быстрее. Давай, давай, все, быстрее, поехали, поехали. Все, мы больше тут не отдыхаем. Так, все, давай, садись ты, ёлки-палки. Что такое черепаха какая-то? Поехали. Только перед этим мы заскочим в мясной магазин. Я кушать хочу. Блин, хочу есть. Хочу мясо. Ну, капец, ну, блин, почему ты я не хочу? Ты что, хочешь есть, что ли? Ну, да, хочу есть. Да мы же так поели, только что ты 8 килограмм схавал. Да, мне все равно, я хочу есть. Я хочу еще больше мяса, хочу кушать. Блин, ну... Йо, что с тобой не так, да, что ли, что-то? Да, все нормально со мной, блин, да просто... Да ничего не подцепил себя в деревне. Да, ничего я не подцепил, я просто хочу есть. У волков такое бывает. О, сколько мяса хочу кушать, где? Блин. Ну вот, ну ходит... О, нет, короче... Где? Да нигде, все, не бери в голову. Блин, хочу кушать, блин, где мясо? Ну ладно, наконец-то приехали, а то уже устал сидеть в жизни. Да, устал, ну вот... Хорошо. Обалдеть, а ты видел новости, смотри, какие? Какие новости? Говорят, оборотня видели, прям в Сан-Дишорсе. Оборотня? Где видели, каком? Ну, рядом с дачей. Рядом с дачей? Может быть, это оборотень дверь расцарапал тогда? И коров всех скавал. Ой, да, оборотень, ты веришь в эти сказки? Не, оборотень не существует. Тем более, ну, вот видишь, я волк, наполовину человека, и со мной все нормально. Ну, вот, я сварю. Хочу кушать, блин, у нас тут что-то есть. Так, это розы, это не то. Мясо какое. Какое мясо? Где ты мясо видел? Ты чё, это снизок? Ты его съесть хочешь, что ли? Он просто такой аппетитно выглядит, такой носик у него, смотри, жирок. Ну ладно, нет, ничего. Ты чё, потолстел, что ли? Нет, всё, я спать, да, всё, я пойду спать, а то я что-то сейчас всё натворю. Я нормальный какой-то. Да, давай, спокойной ночи. Блин, что со мной происходит? Блин, я хочу есть, я хочу кушать, я хочу мясо. Ребята, короче, я опять превратился в оборотень, и я не знаю, что делать. Блин, я, кажется, каждую ночь теперь буду превращаться. Так, я хочу мясо, я хочу есть, я хочу... Ну, блин, я не могу выйти из дома, там Лёха спит. Так, ладно, сейчас я придумаю. О, цветок, я буду есть цветок. Тьфу, да. Фу, не люблю цветы. Так, ладно, ребят, давайте думать. Так, чем можем делать? Так, я оборотень, но я не могу выйти из дома. Но... О, точно! Оборотни всегда же, ребята, они превращаются в волков. Точняк, я тоже возьму и превращусь в волка. А только как это делается? Ну-ка. Господи, что? О, получилось! Так, ладно, надо этим вытьем, короче, над голосом волка надо поработать, потому что я выть не умею. Ладно, ребят, все, сейчас главное, мы спустимся, и Леха меня не заметит, потому что если он проснется, то он подумает, что я снежочек, потому что волк и снежок, они, в принципе, похожи. Так, ребята, так, проходим. Так, Лёха спит. Лёха, Снежок, уйди нафиг. Уйди нафиг, я с тобой драться не хочу. Ты что, дурак, блин, уйди от меня. Так, ребята, валим быстрее, пока мой снежочек меня не зафигачил. Или я тебя зафигачу. Так, ладно, ребята, все, давайте выходим. Фух, еле-еле. Так, теперь можете превратиться. Вау. Иди сюда. Мое мясо. Куда пошли? Иди сюда. На. Я не говорил вам уходить. Давай. Наконец-таки я покушаю. Ой, иди сюда. Ой, ботов не жалко. Так, ладно, ребят, все, давайте побежали дальше. Люди, иди сюда. Я настоящий оборотень. Бам. Так, только надо, ребят, покушать. Так, кто тут? Ой, ну-ка, ребят, давайте и... Ой, вот это толстенькое. Бам. Все, ребята, мы сегодня реально поедим очень хорошего. Кстати, это кто там кушает? Приятного аппетита. Опять копы. Так, ладно, ребят, ничего страшного. Сейчас, ребят, мне надо найти ферму, где будут у нас, ребята, всякие свинки, коровки, чтобы я мог нормально отведать свой ужин, можно так сказать. Так, ребят, давайте прыгаем. Блин, мне нравится то, что оборотень реально высоко прыгает и очень далеко. Вау! Я чувствую, я прям чувствую запах свинюшек. Они находятся где-то здесь, да?
Ой, конечно, мои свинюшки, я вас чуял издалека. Какая вкусная еда. Ох, ой, какая вкусная. Ой, еще. Да тут целый завтрак можно собрать. Ой, еще одна свинюшка. Вы не убегайте, вы не убежите от меня. Какие вкусные свинюшки. Ой, это вообще херо. Какая ты вкусная. А где еще? А, вот еще. В смысле, только одна? Подождите, ребята, что за фигня? Так это даже не завтрак. Подожди, секунду, это кто? Это что? Это военный? Вы что, издеваетесь? Вы по мне собираетесь стрелять? Да я вообще-то... Что? Ребята, вы понимаете, что я оборотень? Алло, военные, у меня кожа бронированная, так что вы меня не сможете даже пробить. Смотрите, ребята, он будет сейчас стрелять, и он умрет. Смотрите, ой, они стреляют, и у них пули рикошетятся обратно. Пацаны, вы даже можете не стараться, вам всем хана. Иди сюда. Уйдите в сараю. И тебя съем. Бам. Так, ребят, ну я хочу свинюшек. Вообще-то свиньи лучше, чем военные. У военных там это, ну, кости невкусные. Секунду, а где свинюшки? Так, ребят, мне это максимально нравится. В смысле? А можно еще свинюшек? А что, свиней нету? Да хватит стрелять, ты же погибнешь. Блин, ребята, нет, ладно, свинюшек тут нету. Мне это вообще не нравится. Блин, обидно, я думал, сегодня поем хорошо. Эх, ладно, ребят, мне кажется, на этом ролик реально стоит закончить, потому что, по сути, я стал оборотнем, и теперь я буду кушать только одних свинюшек. Хо-хо-хо-хо. Короче, ребят, надеюсь, ролик вам понравился, вы ему поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, делайте красной кнопочкой подписаться серой. Ну и также, ребята, про Лёху не забывайте, ссылочка сейчас тоже в описании. И про Телеграм тоже, ссылка в описании, ребят, подписываемся. На самом был Флейзин, всем удачи, всем пока, народ! Кстати, друзья, не забывайте то, что по ссылочке в описании вы можете найти мой телеграм-канал, где я общаюсь с подписчиками и также рассказываю про свою личную жизнь. Так что ссылочка в описании. Телеграм. Да-да.